Салам алейкум, продолжаем. Это Минхарт, а мы опять в этом месте. Странном. Чик, ладно, залазим в сфинктер. Во тьме, сынок. Это мы по кишочкам типа ползаем, да? Из отцовской библиотеки. Знания. Ой. Я собирал пачки вместе каждый ночь. Да. Которая тоже делится знанием с людьми. Ой, молоточек. Фу, звуки такие неприятные. Человеческой жадности, человеческого эго. Угу. Погружаться в науку. На той стороне планеты они играют в деньги, а на этой власть народа. Но. Разбитая вдребезги корешками. Ныне социальных систем не дает человечеству полноценно развиваться. Поэтому что? Убрать деньги, переложить труд на плечи. Убрать неравенство, капитализма и ложь коммунизма. Дать людям свободу. Ускорить эволюцию. Ничего себе. Ложь-то у коммунизма. А у капитализма типа лжи нету. Да есть, есть побольше, чем в коммунизме. И тогда только потечет в головах. Капитализм весь состоит из лжи. Союза знаний. Коллектив. Так, куда идти? Это рука добра. О! И открой глаза. Да идти-то. Только так ты осознаешь все тело. Лишённый знаний. Чё-то я заблудился. Ведёт человечество к вершине. Без остановок. И распри. И без падения. А, во. Улыбся. И ненависти. Лечит чё-то меня. Вонзи свой клинок знаний в висок капиталистической демократии. Хоба. О. И великим, а тот, кто умрет. Ой, что это такое? Тот, кто умрет, останется в рукопиях, никто не будет забыть. Ну, грузится. Я так понял, уже конец игры, что ли, подбирается? Нифига себе. Ничего только себе. Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, вскоре очнулся, малец. Наконец-то. Креп запуск он нейросети тебя. Коллектив еще немножко навсегда там остался. Где? Где? Откуда я знаю, где тебя носят, пока ты людей кромсаешь? У дочки моей ты нормальной был, веселая. А, это стала, теща, что ли? Смурной. А потом как перещелкнет тебя, и все, звереешь. Повсюду только кровь да голова оторванная лежат. Тьфу ты, гадость. Ты о какой дочке вообще? О Катеньке моей, нашей Катеньке. Совсем тебе память отшибла? Так, при чем тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя... Екатерина Нечаева, посланная блесна. Что за такая отряд картина? Отряд специального назначения. Портрет, то есть, с кровью. Ты, значит... Теща я твоя, глупый ты дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюши не стало, из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал краем уха. Так и чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой и следила. Думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось? Прости, старая. Я старая. Не от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Развеял. Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно.
Чё глупости спрашиваешь? А тебе какой? Любой, возьми и выстрели мне в башку! А тебе какой? Правильное решение. Вышибу тебе мозги, к черту, и дело с концом. Осечина пусть дальше всех уродует. Пусть всех изуродует. Пусть СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. Если понял, то вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Голос не старушечий, нифига. Это уже бесило, кстати, с самого начала. Губы-то не жуй. Чего молчишь? Послушайте, старших, майор. Деяния товарища Сеченова требуют мести. Это чё за говно, Серёж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же Харитоша. Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон, так ты чё же, и раньше бабу Зину знал? Вместе с Катей? Конспирация, майор, дело полезное, и против нас еще ни разу не играл. Да ты, сучоныш, от меня постоянно скрываешь. Не играл у него. Да Сечина больной на всю голову, если так поступает с людьми. А, подожди, а Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может и жива, но в каком виде? Посмотрите на меня, даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счет у меня нет. Я умоляю тебя, Сережа, Сечинов должен умереть. Тьфу. Не подходит да внешний забрали? Вид и ебучие пироги. Аудио составляющая. На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советские ученые, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Так. Выбираю в первый раз, Сечину пальцем не трону. Хватит с меня, отвоевался боец, да? Я Сечину и пальцем не трону. Хватит с меня. Отвоевался боец. Ах ты опарыш. Опарыш. Тварь ты дрожащая. Ну, вот ошибку, майор. Вот не ваше отношение. Вам надо, вы и отправляетесь. Устроили на самосу. Все верно. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не помощник. И так достаточно сделал. Но и не судья академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя использует! Да неужели? А вы? Тогда почему я еще не в лимбо, мать, а? А ты не мертва? Что-то не отдает мне приказов, волшебник. И кстати, Харитон, я тут подумал. Да? Хуй на! А ведь и правда полимерный расширитель «Восход», который находится в моей голове, твое изобретение. Ты хотел использовать людей еще до появления коллектива. Может, Сеченов и хочет выбить дерьмо из голов человечества, подавив волю. Но он не уничтожает и не превращает людей в монстров вроде меня. Иначе использовал бы «Восход», а не мысль и прививку. Заткнулся. Это ошибка! Ах ты, сука! На, тварь! Не отвертишься! Все. Музыка такая. Вот так-то лучше. Согласно данным с камер видеонаблюдения, майор П3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. О, конец игры, что ли? Информации о месте проведения отпуска майор П3 не предоставил. Академик Сеченов оценил данное нарушение как незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось. Так, в этот раз выбираем другой вариант. У меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советский ученый, академик, который хочет просветить все человечество. Музыка такая игра, типа, грозная. Правда, со слов тех же манипуляторов. Да-да-да-да. Так, выбор. Ладно, мать, давай показывай, что там. Ладно, мать, давай показывай, что там в твоем арсенале есть. Ну вот, сыночек, другое тело. Где? Хоба. Ой, давай сохранимся сразу. Вот тут что-то... Какая-то движуха непонятная. Так, сейчас мы будем полимерного уже не хранить, ну? Ведь какой-то персонаж. Все, прокачено. Шок, все прокачено. Телекинез, не все. Полимерный бросок, да? Полимерный щит максимум. Ага.
Нафиг? Так я же вроде эту херню прокачивал. Или я в прошлый раз разбился просто. А чё я не сделал? Элицитрон, крепыш. А, доминатор не сделал. 5 штучек каких-то надо, прикинь. Я очень беспокоюсь за тебя. Мне кажется, ты в опасности. В смысле? Комната отдыха перестала быть без... В смысле? На самом деле, чё вы меня пугаете? Ещё музыку такую врубили, блядь, какую-то. Боевитую. Кто там? А, там свиньи. Ага. Я даже не знаю, с каким оружием, с каким этим, блин, тёткам. Так, ракеты. Они роботы, да? Соответственно, нужно побольше электрического, наверное. Лечилки давай скинем. Такие. Возьмем большие лечилочки. Восемь, девять, десять возьмем лечилок. От пистолета уже можно избавиться, видимо. Ага, а чё возьмем? Ракетницу, что ли, блин? Нет. Так. Чё разберем? А, давай разберем патроны. Хоба. А теперь создадим доминатор этот. Чё такое еще? Тяжелая импульсная пушка выпускает сферы сжатого на электролизованном полимере. Удерживает форму благодаря электромагнитному полю, при достижении цели взрывается. О, оружейный барон, все. Все, оружие сделал. Нахрен мне этот рельсотрон. Чё ты не стреляешь-то? Блять, не стреляет. Так, модернизация арсенала. Нет. Мы берем рельсотрон, доминатор. Пистолетик. Сбросим. А что-то у меня патронов мало помещается. Так, ладно, давай сохранимся. И посмотрим, что мне там даст дальше приключение. Главное, это как его теща падла натравила меня на Сеченова, сама стоит там прибирается. Поторопитесь, Сергей Алексеевич, возмездие не ждет. Не торопи, все по порядку. Хотелось бы успеть никуда к Сеченову до того, как коллектив будет обновлен, и изменить будет ничего нельзя. На тот случай, если вас не устроит его ответ. Ой, я вернулся в самое начало игры. А че он наврал-то? Сказал по новостям, типа, все нормуль. А так-то не все нормуль. Ой, музыка заиграла. Оба! Засмеялась еще так. Страшным голосом.
Ой. Ой. Осторожнее, майор! Это левая или правая? Же. А впрочем, какая разница? Так же, как вы. Вы даже не представляете себе, насколько вы правы. Специальную атаку противника сбить надо. Ой! Близняшка использует все, чтобы убить вас. Используйте и вы весь свой потенциал. Да. Ой, где она? Станьтесь в их борьбе. Тихо, блин, это что такое? Эй! Новейшая робототехника, технологии, а все для чего? Чтобы убивать! Позор! Сучка. Да. Вы куда смотрите, майор? Сражайтесь! Да куда, куда? Ой, мимо. Внимательнее! Дама не танцевать с вами собралась. Да. Не сдавайтесь, майор. В смысле не сдавайтесь, я не собираюсь сдаваться. О, копит энергия. Ой. Блять. О. Ой. Да что такое? Ой. Ой-ой. Ой, а куда ты? Ой-ой-ой. Она что-то пилит лазером. А, ты все? Выключилась? Фух. Такая покуцанная. А, это типа жену увидит. Пытается. Нихрена себе. Чё это такое? Ой, все сломало. Если... Блять, падло. Сделали, что как будто верб рушится. Скотина. Чё, всё? Так. Теперь. Так, куда мне идем? А, вот сюда. Ой, какая-то задачка. Ой, что это? Все, поехали. Преследуйте офис Сеченова. Так вот я. А, все, едем. Проект «Атомное сердце» утвержден секретным съездом ЦК КПСС от 14 февраля 1951 года. Угу. Цель – подавление вражеского государства Соединенных Штатов Америки. А на самом деле... политического режима, свержение капитализма... На самом деле, это капиталюги как раз хотели нападать все время на СССР. Обеспечение социально-нравственных идеалов, соответствующих представлениям советского человека. Угу. Метод осуществления – захват стратегических и военных объектов. Вывод из строя... Я хоть ракетами постреляю чуть-чуть. Фактическая деактивация атомного сердца Америки. Полная капитуляция правительства и передача власти высшему руководству СССР. И как они собирались это сделать? Ну, Сергей Алексеевич... Чего? Сначала они продают роботов, потом просто раздают их по гуманитарной программе. А когда они достигают критической массы, захватывают электростанции и отключают электроэнергию. Да-да-да.
Так, что там? Атомное сердце. Уважаемые члены Политбюро, рад сообщить, что проект «Атомное сердце» полностью завершен. Так, товарищ, капиталистический империализм США с недаем ненавистью и завистью к грандиозным успехам Советского Союза, достигнутым на ниве научно-технического прогресса, объявил о запуске глобальной программы «Энергия для всех». Суть данной программы столь же двулична, как суть самой капиталистической системы. Прикрываясь чистыми дел, светалисты стремятся к мировому господству, подавлению чьей-либо независимости, помимо собственного уничтожения инакомыслящих. А вот ничего не поменялось. Так и есть все. Цель американской программы «Энергия для всех» на первый взгляд более чем благородна. По всей линии доступна электроэнергия. Вместе с тем от электростанции США тайно строят сей подземный шах, энергоем для запуска отдельных ракет, стратегических бомбардировщих атомных бомб. Но все это есть как раз. Цель США просто ясна. В тот момент, когда Советский Союз поверит заявление США о мире, дружбе и утрате бдительности, американская женщина несет нам подлый удар. Угу. Так, в ответ на американскую угрозу, собственно, проект призван только, не только защитить СССР, но и раз и навсегда избавить мир от самой возможности. Кровобойни. Так, несколько последовательных этапов атомного сердца. Разработка, создание роботов. Так, операция под мировое признание советского гражданских роботов. Создание... Создал своим зарубежным клиентам максимальное благоприятствие вопросу бесплатного снабжения роботов. Финальным этапом операции является перевод гражданских роботов в боевой режим, захват всех ключевых объектов инфраструктуры США. Станет возможным запуском сети «Коллектив 2.0», который объединит всех советских роботов в единую сеть, не требующую радиосвязи. Противник будет застигнут врасплох и уничтожен. Рабочий класс США будет освобожден из-под гнета мирового капитализма, и само понятие капитализм канет в лету. Два месяца. Так, ладно, в общем. Не готов к запуску. Это особый протокол спецоперации. Антикоммунистическая пропаганда, в общем. Наших классовых противников. Чё, куда? О. Чё, опять? Максимальная скорость вращения колеса геодезического робота-моноцикла ВШК-69 способна рассечь человеческое тело пополам. Комплектуется пулеметом калибра 7,62. При необходимости вооружение средства. А, типа... роботы выполнены из СПТ-4 для лучшей результативности в процессе перелавывания человеческого хребта. Да, надо ужасы какие-то сразу расписывать начали. Крупногабаритный наземный робот-погрузчик НАТ-256 НАТ-256 может выжать из человеческого тела до 5 литров крови в течение 20 секунд. Будучи мобильным медицинским аппаратом, ДОП хоть и не способен выполнять функции санитара или фельдшера, но зато прекрасно справляется с функциями патолога-аната, особенно если пациент еще в сознании. Шмель имеет бесшумный режим для проникновения в тыл врага и сбора позиционных данных. Ну, все-таки убедился, да, что игра антисоветская. Хотя про нее все так говорили. Экзоскелет для нейрополимерного существа на базе плюща. Благодаря элементу с механическим лазером, роса имеет наилучшую атакующую валидность. Время прохождения луча. Время прохождения луча. Так, что у нас тут? Вот эти можно удалить. А, не удалить нам, а отправить. Так, это кто такой? Брулак. Способен задерживать посторонних лиц путем специального захвата. Он будет держать цель, прижатой к земле, до прибытия человека. Идеален для ликвидации живого персонала. Обучен современным техникам ближнего боя. Держит приоритет ломать шейный позвонок. Легкий разведывательный дрон. В составе группы «Сипуха» способна поднимать воздух врага и ронять его с большой высоты. Робот АМУ-68 активно используется в качестве патрульного и стационарных учреждений. Кроме грузоперевозок, дрофа используется в карательных операциях. Благодаря уникальной форме своих лопастей, работающих по принципу... Так, вы мне сохранится, тогда дайте где-нибудь, кстати. Так, ладно, зайдем. А я так из доминатора не шмальнул. О.
О! Ни хрена себе. А, вон сохранёнка. Майор, оружие или способности? Так. Значит, огонь, наверное, одно ставим. Электрических побольше напихаем. Ту-ру-ку-ку-ку. Это убрать. Калаша сколько подумал. Бутылка водка. Или электро взять, блин, ну да, возьмем. Так. А пистолетик уберем. Угу. Так, сразу же. Нет. А как? Доминатор. Электрическая. Блин. Ладно. Черт с ним. Берем. Давай постреляем сначала с гранатомета. Здрасте. Ой, тут две тетки, прикинь. Ни хрена себе. Зал-то, конечно, огроменный. Там Сеченов сидит, да? Вон, стульчик какой-то там. Сделан в СССР. Что-то пилит. Вот, что ты крадешься, блин? Там два робота стоят. С гранатомета бы шмальнул бы сразу. Стул. Защищать. Защищать. Ой. Ну что, Харитон, ты гордишься собой? Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? От тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Заткнись. Ты копался у меня в башке и стер мои воспоминания. Я что, игрушка тебе, как другие люди, подключенные к коллективу? Ты кем тише, себя, сука, возомнил? Тише, Сергей. Ты на нервах запутался, я тебя не виню. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли, впаривая им пустышки с экранов. И я никогда не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спасись чудом! Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же мне вообще как сын! А эти две, наверное, как дочери, да? Ну, а все, кого ты подключил? Чего вы стрётесь опять всю игру-то? Ты своими мыслями будешь управлять! Они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь! Я хотел дать людям невероятное будущее! Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям! Да заткнулись оба! А ты руки подними, волшебник хренов! Расскажи, что подошли! Считай до трех, раз! Ни хрена ты бешеный! Мне жаль. Два! Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже не пытаетесь решить все по-людски. Я не дам вам встать на пути прогресса. Правое и левое. Пресечь. Сейчас пресекать меня будут. Мамочки. Ой-ой-ой. Ой, блядь. Ты чё? Ой, блядь. Ой, блядь. Она сейчас меня зарубит. Мамочки. А, вот так вот, да? Нормально, да?
что покажут. Душа вылетела. Прикольно. Я видел эту картинку, когда она сверху запрыгивает точно же. Но... не картинку, а чуть-чуть отрывочек, что она типа сверху запрыгивает. Не знал, что с конца игры. Ну теперь знаю. Так, давай. Блядь, не ошибись, сука, ручки затряслись. Так. Ага. Чё там? Какая клавиша? Эй! Я ж нажал, пробил. Я не ту нажал, видимо. Ну, то есть, давай так, пробел я нажал, но перед пробелом другую клавишу какую-то щелкнул, в общем. И сразу запоролся. Quick Time Event. Давай. Чё жать надо? Какую клавишу? Так, давай размеренно. Какое оно? О, пробел нажал. Ай! Ай! Там битва-то будет, нет, какая-нибудь такая отошла в сторону, главное. Так куда? Рядом что ли? На, блин, нихуя себе. А чё ты смеешься-то как полоумная? Могла бы и без смеха обойтись. Так как бы не очень приятно, скажем. Ай! А, в золотой курточке летать будет, да? Нихуя себе. Двигатель на меня уронит. А могла просто по мне лазером. Блять, опять когда мы шмальнуть, а она почему-то по двигателю. Тихо, соберись, эти квиктаймы мне не очень нравятся. Да что это за ебанина, блядь? Бать, это пенять машины, майор! Да ебучие ты пироги, это голые факты, блядь! О! Ты что, хуй-то? Вот это я и хочу исправить! Ты просто входишь в мой кабинет и спускаешь курок! Дружба! Где уважение? Ударяю тебя, Дима, как раз это мы скоро исправим! Ой-ой-ой! Может, мы другое оружие возьмем? Ой. И во всем мире не останется боли, страданий и низменной агрессии, как у тебя, блядь. Ладно. Чтобы все были счастливы, нужно убить всех несчастных. Да, Дмитрий Сергеевич? Хватит морочить мне голову. Значит, один из этих роботов. Екатерина Нечаева, жена которой... Хорош был тобой заниматься. Но кто из них? Один майор. Да, блядь. Я хотел восстановить полушарие правое и левое, но процесс занял куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Какие еще воспоминания вы мне стерли, шеф? И сколько раз? Блядь. Ты не мог пережить ее гибели, а я не смог ее спасти. Я пришел, ты жил в кошмаре. Тихо, блядь. Что еще мне оставалось делать? Ты ведь и сам чуть не погиб там, в Болгарии, при взрыве. Ну, конечно, такие ценные карты. Это мой удобный шанс скрыть интеллекты и опыты над людьми. Сука. Заткнись, Харитон! Хватит! Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близнец. И спокойно поговори. Прости. А теперь они бьются не с тобой, а с Харитоном. Сука. Ебучие пироги, мы можем просто перестать биться? Избавься от Харитона. Сними перчатку. Ага, сейчас. Сначала отдавите мою жену. Ой. Мы
Сеченов манипулирует вами! Да, я тоже думаю. Ой. Я могу отказаться. Майор, придите в себя! Да, блядь. У меня же кончились. Кончаются ли чутки. Дима налетает на то, чтобы пострадал я. Вы будете следующим атакой. А его ворот. Ты же не убьешь свою жену! Серьезно! Ой. Да блять. Ой. Сука, ты где? А вон они летают вдвоем. Ой. Мамочки. О, распилила. Так. Так. Так, сразу же заходим сюда. Гранатомет здесь бесполезен. Калаш-то особо. Да, пистолетик возьмем. Сразу же побольше лечилок. О, все что ли? Бля. Сохранение данных. Фу-фу-фу. Электрическая. А, пистолет нахер я взял. Не пистолет мне нужен энергетический, ну. Доминатор. Чё доминатор? Да как-то тоже он себя плохо показал. Значит, нужно электро взять, да? Где электро-то, ёпты, вон он. Выберите желаемое. Сука. Возня какая-то, да, согласен. ПМ электро. Все. Вот теперь вот сохраняемся. Пошли.
Хватит морочить мне голову! Значит, один из этих роботов — Екатерина Нечаева, жена которой я не помню. Но кто из них? Парня, майор! Я пытался вернуть Блесну в жизни, когда ее мозг раскололся надвое. Буквально. Я хотел восстановить полушарие правое и левое. Но процесс занял куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Хватит! Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близняш, и спокойно поговорить. Как болтовню-то уж умудряетесь вести? Не с тобой, а с коридором. Ой. Иди сюда. Пироги, мы можем просто перестать биться? Ой. Избавься от Харитона. Ты погружался в пограничное состояние. Я могу коснуться тебя. Майор, придите в себя! Сейчас. Ой. Катя. Ваша жена мертва. Катя, говорит. Сетина собрал ее у вас. Что-то в этот раз попроще. Нужно просто с оружием ближнего боя. Сдавайся, Петри, и сдай мне Харитона, пока никто не пострадал. Дима намекает на то, чтобы пострадал я. Вы будете следующий, майор. Они оба врут. Ляй. Ай. Ой. Ой. Где ты там? О. Ой. Где вы там? О, бля. Чего вы там опять? Сука, опять. Валил, что ли? Бам! Ничего себе, черная дыра, как это образовалось. И они такие плавненько спикировали. Крепляется. Все, упали. Какая ж ты мразь. Сергей, ты не понимаешь. Харитон манипулирует тобой. Сразу без разговоров живот выставил, и все. Харитон получил доступ к модулю Восход в твоей голове и начал отправлять тебя в лимбо. Я был отвлечен подготовкой к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Ну, да, я допер. Только я думал, что это Сечину заставил. Оказывается, Харитон. Ты с доктором Филатовой поступил так же. Разорвал ее на куски руками моего агента. Хватит лицемерия, Дима. Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу.
Но не убивать же их за это. Зачем ты все это устроил? Надо было, говорит. Ах ты, паскуда, ты все это время... За мной, ты навсегда, майор! Руку оторвут себе, что ли? Замолкни навсегда, майор. А, он меня вырубил, что ли? Смотри, сынок. Вставай. Вставай. Ой. Это вот из-за этой херни, да, все? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дрожайшее человечество... Ну, виток эволюции, да? Давно нет, а, в эту херню сейчас залезет. Отошло с дороги и пропустило вперед новый виток эволюции. Оба! Меня! Это что, последний босс, что ли? Новый виток эволюции. Почему он черный? Полимер, типа, да? Черный полимер. Харитон, ты само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии. Что за пушистая херня? Зло — понятие абстрактное. А ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек, вымирающий вид. Мне удалось это осознать, лишь перестав быть его частью. И твоя ограниченность не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития. Они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Желательно зачувствовать. Так, полез, что-то трогать. Нет! Стой, Харитон! Он что-то у него забирает. Я передумал. Опа, убил. Сейчас этого завалит, по идее. Должен был бы. Чё? Это типа плохая концовка, что ли, или чё? Что за этот кот мохнатый? Без лица. Это себе, да, запихает? Ой, сломал. Концовка такая. Бойцов отряда «Аргентум» в кабинет академика Сеченова. Никаких следов последнего там обнаружено не было. Это задел на продолжение. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. Ага. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета покинул кабинет академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Угу. А я-то типа что, помер, что ли? Ой, а я в лимбе нахожусь. Разум заперт изнутри. То есть вокруг всех убивают, да, получается? В этот момент. Да ебучие пироги. Ой, это жена. Моя любовь написана, что-то там. Привет. Забирай меня нахер отсюда, да? Ой, тут другая музыка играет. Ну ладно, в общем, ребята, спасибо, что смотрели. Вот мы закончили Atomic Heart. Потом эти, как его, DLC буду проходить, как выйдут все ролики. Ладно, пока-пока. If you leave me here to cry.
You know my love will follow you, baby. After years go passing by, one thing you can't deny.